Маховик времени запущен, начинаем шоу. Работаем. Эй! Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены! Рад приветствовать вас, меня зовут, вы знаете, как мало не знает, но не важно, все же можно пройти по ссылочке в описании, там наша группа во ВКонтакте, там уже пол косаря людей, даже больше. Нас скоро на канале 300! 300! А когда будет 1000, вы знаете, я расскажу вам свою историю жизни с двух камер. Не как тут, будет все очень красиво, как в кино. А сегодняшняя тема нашего выпуска – габапентин. Итак, сразу же начнем с матчасти для зануд, как говорите, как говорю я обычно. Габапентин, он же нейронитин, лекарственное средство, антиконвульсант, ну то есть против эпилепсии. Используется для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. По строению схожим с ГМК, ГАМК. Однако механизм его действия не связывается с прямым воздействием на ГМК рецепторы и не выяснен полностью. Загадочный препарат, между прочим. Габапентин я видел в зеленых капсулах, только пил его в зеленых капсулах. Препарат вот такой, кстати, я вам скажу. Не знаю, насколько он не связывается с ГМК рецепторами. Я их не буду называть ГАМК, я их буду называть ГМК, потому что мне так нравится. Вот. И так я считаю правильно. Значит, ГАМК, ГМК, да? Мне кажется, он связывается. Он почти как лирика действует. Так что, ребята, я не знаю, решать только вам. Слезать с помощью него. Хотя с помощью него именно слезает с баклофена, с фенибута, с лирики и с оксибутирата натрия. Все, что является гамка по типу Б. Итак, другие названия. Габапентин, габапентин, габагамма, гапинтек, катена, конвалис, лепсинтин, нейротин, тебантин, эгепентин, эплиронтин. С названиями разобрались. С действием разобрались, что это такое, мы расскажем вам на собственном опыте и вообще стоит, не стоит. Для тех, кто зашел на этот канал впервые, я вам скажу, ребята, обязательно подпишитесь, чтобы видеть видео дальше, потому что их очень много, я говорю обо всех препаратах, их столько много, что не рассказать за все выпуски вообще никогда. Не столько выпусков не выпустить, а выпусков уже очень много. Посмотрите, подписавшись на мои старые выпуски, я там говорю обо всех препаратах, Ксанакс, там, 10, по-моему, эквивалентом, флоуксетин, там, что только нет, баклофены ваши, все это, вот то, что вы любите, я вам всем рассказываю. Ура! Вот. Итак, габапентин. По моему личному опыту, субъективному мнению, только покупать по рецепту, выписанному вашему лечащему врачу, ваш лечащий врач должен вам выписать рецепт, и только тогда вы должны покупать. Но расскажу свой личный опыт, и тогда вы можете сделать какие-то выводы и пойти к врачу, и тем самым с ним переговорить, перетереть этот вопросик, и может быть он скажет, да, это то самое, то, что вам надо. Я пил габапентин, значит, 3 таблетки, 3 капсулы начинал пить, и это было... интересно, то есть как бы он действует как и успокоительное и расслабляет мышцы, отсюда противоэпилептический эффект. То есть вот, и с какой-то стороны, теперь почему похож на лирик, он мажет, то есть с него начинается вот это вот, все вот это, и начинается мазло, если очень много принять, а от 5 и выше таблеток, там вообще начинается лютая хрень какая-то, дикая. Но до лирики не дотягивает. Анонимусы пишут, что лирика все-таки топ, а габапентин все-таки не топ, потому что, ну, другой препарат, другое действие, естественно, другое действующее вещество, и действовать она так, как лирика, просто не может. Что я вам скажу, принимать или не принимать? Я считаю, по своему собственному мнению, что его стоит принимать только в том случае, если
вы слезаете. То есть заменительная терапия для лирики. Вы сидите на лирике долго, вам надо слезть, это габапентин. Потому что якобы он не связывается. Отсвязывается и не связывается с рецепторами, и очень тем хорош. Заменять его. Лирику, баклофен и фенибут. Вот. Даже, да, бывает зависимость фенибутная. Смотрите фенибут, видео фенибут. Вот, будет по ссылочке там, в конце видео, везде будет, вы можете найти легко на канале, кликнув видео, плейлисты, разговоры о фарме, и там, фух, дофига очень видео, я аж перед глазами все пролетели. Так, и, значит, о чем я базарил? Надо цветок пролить. Только в этих случаях. И в редких случаях, да, если у вас есть какая-то эпилепсия, какие-то подрыгивания ногами, там что-то такое, или вы заливаете. Да, возможно, да. Но в этих случаях лучше, конечно, клоназепам, он же бензодиазепиновый транквилизатор противоэпилептический, либо Ксанакс, он же прозолам. Вот, кстати, у меня на спине. Клонопин. Ксанакс, клонопин. То есть, Ксанакс или клоназепам решать только вам. Вот, это все противоэпилептические препараты, они же противотревожные. Насчет противотревожности с габапентина я не заметил сильного, но хотя чуть-чуть есть. За счет такой небольшой эйфории она как бы дает противотревожный эффект. Так что, ребята, решайте сами, пить не пить. Я вам рассказал свой опыт, я вам рассказал мою часть. Я же в конце вам расскажу, как купить такую клёвую худи, как у меня. Это просто кенгурушка. Тут можно что-то положить. Тут, значит, можно написать что угодно на спине, что хотите. Любой там прозок, что хотите. Можете написать «люблю маму». Здесь вы можете написать что угодно. Разговоры о фарме там всегда с вами, да? Вот. Пожалуйста, 300 лет на рынке. Ровно к тому числу, к которому мы стремимся, подписчиков. Если 10 худи будет куплено, будет разыграно среди вас сноускейт, либо пенниборд никель, такой длинный-длинный пенниборд, я уже показывал в предыдущих выпусках, не пропусти, брось булку хлеба, не толстей, вот, это шучу, конечно, ну как и шутку не понял, не хватает серого счета, а отсылку, знаешь отсылку, не знаешь, пиши, кто, если знаешь отсылку, к чему это, к какому видео эта отсылка, пиши ее в комментариях. Вот, худи стоит всего 100% хлопок, стираю уже третий раз, выглядит как новое, вообще все равно ей все, и 100% хлопок согреет вас этой зимой, стоит 2999, ровно такие ваши на доме продаются по 5000, а тут еще с любым принтом. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, если понравилось, обязательно подписывайся, пропустишь новые видео. И, конечно, смотри старые видео, походи по ссылочке в описании, вступаем в нашу группу во ВКонтакте. Ну и, ребята, не болейте, пожалуйста, чтобы не заходить на такие видео, как это. Всех люблю, целую, ждите следующее.